И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булатико. С вами, как всегда, я, Александр, и пушистая мордашка Булатик. На дворе у нас 7.07.24. Великолепная погода, прекрасное настроение, чудесное воскресенье, выходной денечек. У вас, надеемся, тоже у всех выходной. Ну, кто на работе, тому легкого рабочего дня, чтобы у вас был день рабочий почти как выходной, прекрасного настроения. Ну а тем, кто отдыхает, хорошего отдыха, чтобы вы отдохнули так, как вы хотите. Кто о чем мечтал, кто что желает, кто где, кто на природе, кто дома, кто, да, на рыбалочке где-то там в лесу, шашлычки, палаточки, кому что больше нравится. Кто-то путешествует, кто-то на море, на солнышке. Да, солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья. Учитывая прекрасное лето, жаркое, красное, прекрасное. Да, он Булатичек улегся в тенечке полежать, гулять не хочет. Поэтому видосик будет воскресный, коротенький, небольшой. Пойдем домой, потому как гулять Булатик не хочет, ему жарко. На этом будем говорить дорогим нашим любимым зрителям и подписчикам. Да, чтобы они не забывали прожимать барский лайк, царскую подписочку, подписывались на каналчик Булатико, прожимали колокольчик. На этом же будем желать вам всего самого наилучшего, прекрасного времяпрепровождения. Да, настроение, чтобы ваши близкие вас радовали, чтобы ваш род приумножался, чтобы женщины не сохли и мужчины не гнулись. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч.